морозы. Вот, например, у нас в столице минус 20. Да, прекрасно. Это, конечно, я не знаю, в вашем регионе сейчас какие градусы. Минус 50 сейчас минус везде. Минус 50. Вот ты представь себе. Но мы вас спасем. Мы вообще, ты знаешь, мы вообще делаем такие уникальные подарки нашим телезрительницам. Утепленный костюм с яркий принт. Два в одном. Это теплые брюки и куртка по цене 4990 рублей. Удивительно. Вот вы представьте себе, можно только отдельно куртку взять, можно отдельно взять брюки, но целый костюм по такой цене — это потрясающая выгода. А это значит, я вот тут давеча ходил по магазину спортивному, отдельно такая куртка стоит, вот как раз как наша выгода, 6500 рублей. Да я думаю, наши девочки это как раз и знают. Это только одна куртка, а если купить полностью костюм, то в среднем такой костюм обходится 1012. Вот в среднем такая цена. У нас же сегодня вообще просто абсолютные подарки, тем более подарки сегодня достаточно богатой цветовой палитры. Дело в том, что у нас представлено несколько цветов. Синий, синий салют, синий черный-синий у нас, снежинка, и темно-синий. Как они отличаются? Вот так, как раз у нас посмотрим. Вот салют у нас, вот синий, вот у нас как раз вот он представлен. Очень вот красивый, здесь. Яркий, у нас яркий, это салют у нас идет. Потом у нас есть вот такая вот, вот смотри, это у нас идет уже, это у нас идет мой, синий какой цвет. Зимний вариант, да, посмотри. Потрясающий. Есть у нас еще вот такой интересный, посмотри, ну, вот такая классика, принтовка. Я бы сказала, это, да? Это у нас идет темно-синий, у нас идет, также у нас на нашем подиуме представлен черный цвет тут на Ульяне. И вот интересно, у нас такая еще вот тоже вот снежинка представлена вот на нашей Леночке. Посмотри, что у нас здесь есть интересного. Куртка просто невероятная. Дело так. в том, что у нас есть отстегной капюшон. Ага. Мы спокойно можем снять. Это как раз удобно, если, например, мы наш костюм ведь можно носить не только в лютые холода, но и оставить его на весну и, соответственно, на осень. Курточку очередь. Точно куртку отдельно можно. Можем вообще, да, отдельно. Вот сняли капюшон и превращаем в полноценную такую осеннюю ветровку. Ну, а вот те утепленные брюки мы тоже можем использовать как под другие, под шубу можно носить, под другую куртку абсолютно. Здесь две самодостаточные вещи по цене одной. Слушай, ну я люблю кататься и на лыжах-ходунках, и на горнолыжных вот курортах я иногда отдыхаю, и насколько мне необходим такой костюм. Но если даже вы не катаетесь на лыжах, вот с ребенком выйти погулять, да? Представь себе, выйти на улицу в мороз, довести ребенка до детского сада. Вы, если бабушка, пожалуйста, вы просто утеплитесь на весь вот наш сезон холодный. Вот как ты хорошо вспомнила, что всем, да, возрастам подходит. Абсолютно бабушка, всем возрастам, потому что всем нам необходимо женское здоровье. И главное, что вот этот костюм до минус 30, даже мне подсказывают, до минус 35 согреет вас в лютые морозы по цене 4990 рублей. Вы берете два в одном. Теплые брюки, утепленные, комфортные. И, конечно же, куртку. Вот сейчас нам показывает, да, наша модель, как здорово брюки садятся. Изумительно. А что ты нам сейчас хочешь показать? Я хочу тебе показать, что в нашем костюме фактически присутствует три вещи. Дело в том, что, смотри, я отстегнул наш мех. Он отстегивается и превратил. Вот, это, да, вот давайте накину в такой вот эффект горшетки. Сделай, пожалуйста. Вот так интересно ты смогла сделать. Видишь, пофантазировали мы с тобой. Дело в том, что мы с тобой можем еще вот так вот отстегнуть наш капюшон. Вот, как я говорил, все легко, все у нас на молнии. Так. Отстегнули капюшон, вот, пожалуйста, и все. Угу. Капюшончик отдельно взяли. И вот, пожалуйста, превращаем нашу куртку в вот такой интересный демисезонный вариант. Если посчитать, у нас, смотри, у нас же получается куртка 2500. То есть куртка-трансформер фактически, да, потрясающе. И главное, вот посмотри, я вообще в восторге от расцветок. Да. На самом деле, казалось бы, вот у меня мама говорит, что вот, ну, я как-то яркие вещи не ношу, так, а с внуком, с моим ребенком гулять, но она стала брать себе яркие вещи. Но есть у нас и классика, есть и синий, есть и вот такой салют. Как вы будете выглядеть на фоне зимнего пейзажа? Ярко, красиво, сочно. Ну и, конечно, мы ваше здоровье, ты знаешь, бережем. А знаешь, правда, почему? Потому что у нас здесь хороший наполнитель, у нас холофайбер у нас внутри, который сохранит сухое, комфортное тепло. Вот холофайбер чем хорош? Холофайбер, по большому счету, синтетический пух. То есть каждое волокно, оно полое внутри. Поэтому этот костюм невероятно легкий, да, вот потрогай. Он же вообще ничего не весит. Да вообще, я действительно, мне кажется, он мне кажется, 400 весит, наверное, в общей сложности. Он уже легкий, абсолютно незаметный. А ведь как раньше было, вот надеешься на ватине, особенно, когда раньше что-то, и ходят космонавты такие по улице, да, нагуляешь там и позанимался, считай. А здесь все легкое, штаны легкие, все невероятно. А сверху-то у нас 100% полиэстер. То есть у нас вода, и непромокаемые. И, да, и непродуваемый эфир. А посмотри, на подкладе наша куртка. При этом давай с тобой покажем невероятную вещь. Ведь у нас наши брюки, вот давай снимем. Они у нас с тобой на резинке. Ага. Это раз. Соответственно, посмотри, вот если мы посмотрим, подержи мне, помоги, давай, пожалуйста. Смотри, опять по фигуре, по любой абсолютно. Вот видите, какая резинка? На любую талию абсолютно. Здорово. И вот давай мы с тобой покажем еще невероятную вещь. Вот подержи, пожалуйста, эти вот прям двумя ручками возьми, пожалуйста. Так, вот, беру. Я покажу, что важно, особенно для девочек богатых форм, это чтобы была у нас хорошая высокая пройма, высокая посадка. Чтобы вы могли как раз все прикрыть, и вам было надежно, тепло и комфортно. И вот у нас завышенная
повышенная пройма. Посмотри, у нас пройма, у нас 50-й размер. 33-34 сантиметра. То есть это идеальная посадка на любой тип фигуры. То есть даже это, чуть знаете, выше талии можно. Это выше можно. Талии. И дело в том, для чего это важно? Вот девочки размер богатых форм, это знают. Вот нагнулся, и сразу все начинает вылезать. И ветер дует. Здесь ничто никогда не будет задувать. Вы можете спокойно заниматься и активными видами спорта, абсолютно. И прогулки с домашними животными, и с вашими детьми. И как Наташа правильно заметила, и с внуками тоже можно, потому что наш костюм подходит всем возрастам. Как молодежи, так, соответственно, и нашим слушай, родителям. А еще здесь функциональные кармашки, так между прочим. Карман у нас они на молнии. То есть мы не потеряем ничего, ни один свой документ. Смотри. Если раз положить... Выгоду можем нашу положить, 6 500 рублей, и не бояться, что она куда-то у нас потеряется. Совершенно верно. Представьте себе, брюки и куртка 4990 рублей за настоящий зимний до минус 35 градусов. Костюм, яркий принт, идеальная посадка брюк, утепленные. Мы действительно бережем ваше женское здоровье. Красота необыкновенная. И выгода сегодня потрясающая. 4990 рублей. До таких денег могут стоить одни штаны или одна куртка сейчас при нынешних, да, наших затратах. Сколько у нас сейчас стоит вообще одежда. Ага. Но мы всегда экономим ваш семейный бюджет, потому что мы единый центр распродаж. И мы распродаем сейчас склад поставщика. Да. А это значит, у нас заканчивается уже, мне говорят, что синий салют уже заканчивается. Слушай, конечно, все в ограничении. А посмотри, как вот, знаешь, качество вещей иногда определяется по изнанке. И посмотри, какая у нас изнанка. Внутри у нас куртка на подкладе. Посмотри, у нас атлас богатейший. Посмотри. Причем, как он интересно сделан. Вот посмотри. Это тоже не просто так. Он достаточно объемный. Видишь, он какой-то струится, как хорошо. За счет этого никогда не произойдет вот такой неловкости, когда ты надеваешь вещь, особенно под свитер какой-то, плечами чуть шевельнуло и треснуло все. Тянет или, не дай бог, порвалось. Здесь, посмотрите, какой объем. Вот он наш хороший атласный подклад. То есть подклад должен быть чуть больше, конечно, чем сама вещь. Да. И здесь все это абсолютно продумали. Ну и это еще не все. Когда я говорил о том, что наши изделия, а верх нашего изделия сделаны 100% полиэстера, ведь это водоотталкивающий эффект. Так. Это водогрязиотталкивающий эффект. Как это доказать? Вот давайте легко. Смотреть. Вот давай полью. Посмотри. Вот так вот льется, и ничего не остается. А посмотри, раз, и все. Слушай, вот, как с гуся вода. Как с гуся вода, вот, абсолютно. Вот посмотри, я потрясла, дыхнула, да? И все. Да? Практически да? Ничего нет. То есть, вот это да. Класс, фактически класс. Как зонт у нас получается. То есть нам не страшно теперь ни страшны, ни грязь, ни слякоть, ничего. Мы можем в этой куртке, в этих брюках кататься и на ледяной горке. Обдали нас там, знаешь, вот я недавно стоял на остановке, проехала машина, и меня сынок до головы, настроение испортилось, домой пришлось. Ой. И так еще в химчистку понес вещи. И здесь. Но испачкали вас, не страшно. Ничего да не боится. Просто протер тряпочкой, просто и все. Тряпкой вообще протер. Элементарно. А самое главное, за счет наполнителя из холофайбера мы можем наш костюм вместе с брюками спокойно стирать в стиральной машине. Представляете? Да я просто ему аплодирую. Браво, да. Браво, вам нужно. Вообще, на самом деле, зима заканчивается. И это абсолютная, идеальная выгода. У нас абсолютные скидки, самая низкая цена. Только на нашем телеканале 4990 рублей. И этот костюм уже едет к вам. Ты знаешь, я обратила внимание действительно на функциональность костюма. Да. Вот моя мама хочет, я хочу, тетя хочет, моя сестра. Представь себе, насколько вот возрастает. Ростов этот костюм подходит. И самое главное, цветовая гамма. Вот я обратила внимание, салют у нас есть до половинки, да, вот да. До, значит, до талии. Но это у нас есть как раз два цвета, абсолютно разные. Да, разная расцветка по вашему вкусу. Ну что ж, мы не успеваем рассказать об этом костюме еще. Может что-то. Может быть, дадут нам еще минуту? Пожалуйста. Дадут нам показать, что еще расскажем мы немножко минутку. Итак, чем хорош наш костюм? Конечно, поговорим еще о крое. Крой тоже очень важен. Обрати внимание, что несмотря на то, что костюм у нас спортивный. Вот что мы сейчас показали. Вот Лена отстегнула капюшон и превратила в достаточно кажуальный, выверенный вот действительно дизайнерский костюм, потому что у нас точеные плечи получаются, и это очень хорошо. То есть баланс у нас как раз сохраняется между плечами и линией бедра. Слегка скошенные карманы на молнии тоже разгружают визуально фигуру. Таким образом, фигура получается идеальной. И вот чем хорош? Более классическая вариация у нас получается вот как раз вот в таком ленином исполнении. В спортивном варианте у нас сейчас на Ульяне, потому что с капюшоном и более зимний вариант. Но самое интересное, ведь я говорил вначале, что это две самодостаточные вещи. Поэтому нашу куртку, например, как у Лени без капюшона, представьте, ведь это и под юбку подойдет. И под брюки, и под джеггинсы, и под леггинсы. Поэтому универсальный костюм, который каждую вещь вы можете носить отдельно, мне кажется, это такая палочка-выручалочка на все случаи жизни. Просто. Потрясающе! Вот ты совершенно прав. Палочка-выручалочка на весь наш зимний сезон. 4990 рублей. Звоните и заказывайте прямо сейчас.